Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии, и меня зовут Лена. А сегодня я хочу рассказать о вновь прибывшем ароматике в мою коллекцию. Но этот аромат для меня не новинка. У меня уже есть этот парфюмчик, и я решила его задублить. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я вам расскажу о нем. Ребят, это аромат от Сальвадора Дали Лагуна. У меня есть вот такая миничка. По-моему, это 5 мл. У меня есть Лагуна, у меня есть классический аромат от Сальвадора Дали. Но вот они вот у меня, говорю, вот тут сплэш-флаконы, минички. Так как мне вот этот аромат очень сильно нравится на весну, ну и этот парфюм, это классика жанра, это очень яркий, прияркий шипр, это знаете, сродни же вот красной Москвы, здесь очень много специй, здесь много гвоздики. Шипр, я вру вам, альдегидный аромат, замыливается он чуть-чуть немножечко в конце. Я говорю, шипры с альдегидами, чуть-чуть я их путаю. Альдегидный аромат, когда уже понюхала, больше разнюхала, поняла, что альдегиды здесь, ну не сказать, чтобы злые. Они, вы знаете, даже вот эти вот парфюмы, может быть то, что они в сплэш. То есть ты ими не оросишься, да, вот намазом. Я не знаю, как он будет по стойкости, если с распылителем его взять. Но, во всяком случае, ребят, я взяла Лагуну 30 мл себе с распылителем. И я вам скажу, что... даже с распылителем он все равно не сказать, чтобы особо-то и стойкий. Ну, на пару часиков его хватает. Ребят, ну это позитивная такая штука. Я просто обожаю Лагуну. Особенно летом, весной. Это красивучая, прекрасивучая композиция. Ребят, начиная от флакона. Вот начиная от флакона, что вот это вот красотень, да, вот такая вот. И во флаконе, я вам скажу, тоже прекрасная композиция. Для меня, вы знаете, это ванильно-свежококосовый аромат. Пирамида в нем огроменная, в этом парфюме огромнейшая пирамида. Тут и цитрусы, да, они есть на старте, цитрусы, там и персики, там и слива, и море всего. Но для меня, в первую очередь, что я говорю, это и свежесть, это и ваниль, и кокос. Для меня это парфюм, ребят, он у меня ассоциируется действительно с морским побережьем, с отдыхом на море. Здесь в пирамиде, по-моему, ананас и еще что-то. И действительно, вот здесь вкрапление вот этих экзотических фруктов. И вот все это относит вот меня на морское побережье. Чуть солоноватые ноточки здесь присутствуют. Я говорю, он в старте такой вот цитрусовый, свежий, а потом оно заслащивается, говорю, появляются вот эти вот кокосы, эти экзотические фрукты, ваниль. Прекрасная композиция. Это аромат, ребят, моей юности. У меня в юности, я помню, вот эту миничку-то я купила уже, как говорится, вот в осознанном возрасте. А у меня в юности у меня была тоже это такая же миничка, и я ее холила и лила, так вот там намазиком наносила. И вот понимаете, и вот этот аромат, я говорю, ребят, просто это аромат моей юности. Я прям вот окунаюсь в свою юность, нанося на себя. Я говорю, вот сплэш наносишь, как-то вот,
Ну, неудобно, ребята, вот неудобно, я вам скажу. Да и жалко мне вот эти минички, да, они как бы для красоты у меня такие стоят, для воспоминаний. Я говорю, тут и древесные ноточки, я говорю, солоноватость, и ванили, кокос. Ну, прекрасный, очень жизнерадостный, очень позитивный. И солнце, пляж, море. Берег моря, я уже не отдыхала на море несколько лет, как, по-моему, с пандемией у нас все это началось. А сейчас это тоже какие-то, во-первых, и цены, и непонятно что. И вот этот аромат, он меня просто уносит к морскому побережью. Я говорю, флакон — это вообще отдельная песня искусства. Очень красивый, очень притягательный. Ребят, его поймет каждый, мне кажется, этот аромат. Он каждому зайдет. Я считаю, что это классика. Что это красивая классика. Я говорю, стойкость, вот у него небольшая, даже с распылителем небольшая у него стойкость. Но это настолько красиво. Но это настолько... аромат воспоминаний, это настолько моя прелесть юности. Я в восторге от лагуны решила, причем на Валберсе, ребят, я что-то там его взяла в районе, по-моему, 1000 рублей, что-то там. Я говорю, Валберс — странная платформа. Вот у меня там, я уже говорила, цены сегодня там 1000, завтра 2. Послезавтра опять 900 даже, потом опять 2,5. Короче, цены надо мониторить, караул караулом. Я что-то там, знаете, как у меня вечером там мацион, я начинаю с одних магазинов, интернет, вторых, третьих, четвертых, пятых и десятых. Зашла сюда, вижу, ба, прекрасное, надо брать, сразу же надо брать, потому что, ну, я действительно, я давно хотела его именно с распылителем, потому что я говорю, минички, сплэшечки я свои хочу беречь. Ой, ну красота. Классная летняя, весенняя штуковина. Прелесть. Обожаю, обожаю. Буду носить и с удовольствием этим летом. Ну, прекрасно. Вот тоже позитив, который поднимает мне настроение. Тоже великолепная такая штука. Если, ребят, кто-то не знаком с Сальвадором Дали, да, бюджетный бренд, вот, да, если сравнивая со многими люксовыми парфюмами, Сальвадор Дали, он всегда был бюджетный. Это сейчас, я говорю, подняли. Раньше было бы, можно было эту тридцатку там что-то в районе, по-моему, 600-700 рублей отхватить. Вообще классно. Сейчас все равно цены чуть поднялись. Минички эти, что-то вообще не помню я там. Ну, а минки, кстати, недешево выходили. По-моему, что-то около 400 рублей. Тут эти 5 миллилитров. Ну, ребят, ну это произведение искусства. Это эти малышечки, они прям у меня, знаете, стоят всегда в шкафчике на первом месте, на подносике. Прям они мне радуют глаз. Поэтому познакомьтесь, пожалуйста. Если где-то увидите, можете и можно затестить, протестируйте. Очень вам зайдет парфюм. Я думаю, что многим и на подарок пойдет. Очень многие любят такие ароматы, свежие, с морскими нотками, с легкой сладиночкой. Никого не задушит, никого не побеспокоит. Прекрасный, прекрасный ароматик. Аромат морского бриза и морского побережья. Так что вот такая у меня сегодня, ребята, покупочка. Давайте с вами обсудим. Сальвадора Дали, как вам ароматы этого бренда? Нравится или не нравится? Что скажете мне о них? Черных губ у меня еще не хватает. Подумаю об их покупке. Очень-очень даже подумаю. Прям хочется мне вот коллекцию губ собрать. Там, по-моему, еще есть желтые, прямо золотистые какие-то губы. Надо мне посмотреть. Так что, дорогие мои, желаю вам всем самых вкусных парфюмочек. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, если еще не подписаны на мой канал. Ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы быстрее мои видео до вас доходили. Поставьте мне пальчики вверх, мне будет очень приятно. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Увидимся скоро. Пока-пока.